Пуньк-пуньк. Пуньк-пуньк. Пуньк. Всем привет, это Сега, и мы играем в игры. Сегодня у нас Contraband Police. Уже, наверное, ну, надеюсь, что финал. Потому что режим истории, сторона правительства и прогресс 97%. Вот в прошлой части я говорил, что 90 с чем-то. Там было 93. Не хватало 7%. Вот сейчас 97% и не хватает 3%. Вот так мы все вот это вот делаем. И я думаю, что это заключительная часть. Но если нет, то я уже не знаю, что может быть дальше на 3%. 3% 3 часа вот это вот играть вряд ли. Подъем, товарищ! Вас ждет очередной замечательный день. Ну и ладно, будет в таком. Мы в прошлой части снарядили пацанов. Вон он с автоматом стоит. Потому что отбивать нападение мне было, ну, уже тяжеловато. Уже не так. У меня 5000, кстати. Пойдемте дом купим. Пойдемте дом купим, посмотрим. Если это заключительная часть, то надо в максимально прикольном домике быть. Так, сразу же, сходу обновление 2000. Все, это максимальный дом, внимание. Максимальный склад. Максимальная тюрьма. Все. А, сержант Максимов тоже максимальный. У него винтовка у единственного, у остальных... Ну, этого тоже можно. Да пошел он. А, машину эту я вообще не езжу, она мне не нравится. На этой машине езжу. Эту машину мы даже не покупали, потому что, ну, не знаю, нужна нам вообще или нет. Это вот когда звонишь... Тебе приезжают вот на такой машине. На дом. Погоди. Во, красивый. Красивый домик, скамейка. Пепельница есть. Так, канистра это зря. Вот если бандиты попадут, то плохо. Сзади тоже изъятый цемент. Спереди водокачка. Класс. Вот вход новый. Не нравится. Лучше вход здесь был. Мне больше нравилось. Ладно. О, красиво. Ой. Сигареты рекламируют здесь. Телевизор есть. Не, ну это еще можно гостей принимать. Хорошо. 31 мая. Кстати, сегодня 15. Неправильно стоит дата. Полицка. Вторая форма наша. Ботиночки. Батарея. Значит, есть у нас... А туалет где? Вот туалет. Это проблема. Это проблема. Не знаю, где туалет. Ладно, на границе скопились уже люди. Значит, нужно их обслуживать, смотреть. Разбитые окна и неправильный паспорт. А у тебя разбита фара. И колесо спущено. Нет? Да, колесо спущено. Не понимаю вообще, как они на спущенном колесе ездят. Это отвратительно и неудобно. Документы предъявите. Снегу Дайнара, как говорится. Заведы. Хисам Абед. Абед, тебя Абед зовут? У тебя брат ужин? Ладно, извините. 21 декабря есть. Есть, это что? Альбарак у нас, солнышко. Альбарак это солнышко. Где у нас? Королевство Альбарак. Ну я ж знал. Ну я ж знал, что несоответствие. Братец. Херня получается. Понимаешь? Паспорт-то поддельный. Поэтому... Раз у тебя поддельный паспорт, выходи из машины. Ой. Твоя жизнь-то ничему не учит. Да. Даже без слов, даже без агрессии. Просто, ну все. Просто пока. Мы идем осматривать. Мы идем осматривать, сразу же смотрите, вот так вот. Бищ в крыло. Все. Все. Отличная работа, я знаю. Я знаю, что работа просто отличная. Сразу же это все разгружаем. Потому что в них тоже может быть контрабанд. Разбитая фара у него нет. Ну, как вот он ездил? Ну как? Ну вот он серьезно думал, что я проеду, ничего не заметит. Полная сидушка денег. Поддельных, фальшивых просто. X3 деньги, это же где видно-то вообще? Нет свободного места. Все, идем. Идем обратно. Охренеть, у нас уже скопилось так. Но это что-то надо еще скинуть. Вот эту хрень надо скинуть, как минимум. Ну это да, это очень много. Это прям чрезмерно дохуя, я бы сказал. Извините меня за мой французский. Ладно. Снегу Дайнара, брат. Деньги фальшивые, это, конечно, приятно, что я их нашел. Ну, не удосужился в бардачок-то положить ничего. Ладно,
Ладно, ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Осматриваем машину ему на предмет. Угу, угу. Угу. Одну? Фу, одну. Так, подкапотное пространство. Есть у нас где-то здесь что-то? Опа, так тоже можно? Ну-ка, погодите, хочу. Ледорубом хочу. Можно? Ледорубом. Можно. Все. Фильтра нет. Фильтра нет. Это ж фильтр. Фильтр для воздуха, его нет. Так, ну всю машину вроде расколошматил ему. Паспорт должен уйти, да. Вот сейчас бы пропустил его вообще. Таких бы нагоняев получил. Таких бы нагоняев жестких. Ну вроде в вещах, но ничего не хранит. А, понял. Три одинаковых комплекта вещей, Максимов. Ахмадура, полная Ахмадура, я тоже так думаю. Ладно, следующий. Если 3% игры оставалось, значит, 3 машины у нас. Сортиры везет. Что там у нас? Разбитые окна. Ну, у него всего 3 окна и все целые. Не пизди, пожалуйста. А, не пизди, а? Унитаз 2 штуки. Июнь, июнь. Акаристан. Я все проверять буду сейчас. Я буду вообще проверять. Я... Назад, пожалуйста, мне. Акаристан. Ладно. Хорошо. Максимальный вес. Вдруг сортиры твои с говном. Перевешивают, правильно. Перевешивают. Все. Вес автомобиля. Иди в унитазы скидывай. Пока. Ой-ой. Автомат видел? Он ошибок не совершает. Давай, иди. Пока. Уехал? Молодец. Молодец. Третья машина за сегодня. С синими номерами. Че эти номера у тебя синие? Окна не разбиты случаем? Ты че, круг-то че убрал? Какие они все-таки ушлепки. Здесь ничего не везет, да, поэтому ничего нет. Угу. 660. Хорошо, хорошо, ладно. 10 декабря, объединенный ралли. И... Турист. Пока выглядит, ну прям, все четко. Все прям, все как положено. Все четко. Ну то есть все прям по полочкам. Ладно, иди. Ну просто, почему бы и нет? Одного пропустим. Вроде не ублюдок такой, да? Езжай. Следующий. Следующий. Нет там, нет там. В смысле арестовать? Окна этого шлатный активно. Он контрабандист? Серьезно? Разбитый... Так у него не было разбитых окон. Ну, пиздец. Если... Это не годится какая-то. Хочешь счастливый час? Счастливый час хочешь? Я только вот вес проверю. 3900. Все. Все, ну типа все. Все просто. У меня просто нету... Отлично. У меня нету больше контрабандистов здесь. Следовательно, они не должны проезжать. Следовательно, даже если я получу за него минус 180, как бы не страшно. Ой, нужно развернуть неправильный досмотр, $200. Не видели, сколько там всякого контрабандного вот этого дерьма? Привет! Здравствуйте! Конечно, естественно. Жена работает в парламенте. Все, все, ни слова больше. Ни слова больше, езжайте. Езжайте, до свидания, хорошему человеку. Раз жена работает в парламенте, я ей вообще ничего сказать не могу. Все. Блин, $200 дали за него. Я что-то так устал. Так устал. Снегу Дайнара, брат. Так ну а чё? Одни контрабандисты едут. Как
будто так и надо. Типа, если я его детально не просмотрю, то все. Важный телефонный звонок. Вот она концовка игры, видимо. Ну, я так и знал, что это вот последний денечек. Я, по крайней мере, на это надеялся. Звонит, давай. Товарищ, пришло время, когда мы можем нанести последний удар по кровавому кулаку. Наши агенты сообщают о тайной встрече лидеров повстанцев в гостинице под пьяным медведем. Младший сержант Димов и его отряд должны уже быть на месте. Вы должны устранить Гарина. Весь народ на вас рассчитывает. Я готов. Я готов устранять всех. Все, смертельный удар. У нас есть... Так, патроны для автомата у нас на базе есть? А то я как бы с двумя обоймами далеко не уеду. Патроны для автомата есть. Еще что-то есть? Для ружья. Пусть будет. Лишними просто не будет никак. Для пистолета тоже лишними не будут. Тактический нож. Есть. Все, там вроде только контрабанда у нас. Хорошо, я готов. Пацаны, ну походу за вами уже, ну типа следующий будет присматривать. Я пошел, ну там дело. Поэтому, ну ведите себя достойно. Ты присмотришь за ними. Все. Давай, если что, веди себя нормально. Добро? Все. Давайте. Больше не попадайтесь. Погнали. А, 3 минуты у нас есть. Ну, попрощаться же надо было. Вдруг меня там пристрелят. Надеюсь, что нет, конечно. Я на важное дело. Не-не-не, на это. Конспировка, ага, конспируемся. Ой, а ехать-то до хера. Все, едем. Ну все, минус фара. А если я здесь поеду, норм будет? Норм. Это же срезы. Это же срезы игры. Как ими не воспользоваться? Значит, у нас главная разборка с кровавым кулаком. В ней мы, я думаю, положим конец всем бесчинствам, которые происходили в нашей стране и могут произойти. В этом деле я хорош. И поэтому я думаю, что я справлюсь. Но недаром на меня вся страна рассчитывает. Ставь лайк, если ты думаешь, что я справлюсь. Пиши комментарий, если ты думаешь, что я не справлюсь. И, конечно же, подписывайся, если ты не подписан. Ой. Нормально. Без лобового даже лучше. Без лобового даже, ну, сразу же стрелять можно. Все, поехали. Идем, 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 идем. Газу, газу. Это че у них? Тут не читаю ничего, потому что уже началась бойня, но я думаю, что там было предисловие. Мол, давайте, давайте, это последний бой, он трудный самый. Че они рассчитывают, что мы типа сейчас сдадимся, они всех нас перебивают. Тут же меня, особого агента, по особо важным вопросам вытянули. Такая музыка. Держать оборону, придурки! Не пропускайте их! Мужики, давайте. Давай, давай, давай. Газу, 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 газу. Есть. Этого минус. Этого минус. Этого минус. Этого минус, я хотел сказать, но нет. Ну, пока подзарядимся, что. Минус. Минус. Минус 2, давай. Что ты стреляешь, ты ё-моё. Обойдешься. Меня ждут дома, семья. На меня надеется вся страна. Красивый взрыв. Сейчас будет.
Пулицкое именно Е. Просто тактический обход, тактический обход. И сразу же каждого, каждого, каждого тактически. Все, работают лучшие, лучшие, лучшие из лучших просто работают здесь. Патронов бы у кого-нибудь достать. Ты что, ноги тут раздвигаешь? Нужна мне твоя водка. Черт, они вызвали подмогу, у нас мало времени. Гарин внутри, теперь ему не уйти. Прикончи этого гада, мы тебя прикроем. Хорошо, так будет сделано. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Гранат надо, надо было к Владу заехать. Взять сразу же на все деньги гранат. И устроить им здесь просто прикол с гранатами. Стрелять, конечно, они не умеют. Вот что я скажу. Я профессионал. Вот. Вот. Вот, это уже лучше. Я профессиональный стрелок. Да не надо тянуть. Водка, сигареты, все. С чем они с собой-то таскают? Таскали бы патроны. Минус два просто. Патроны для винтовки тоже неплохо. Не то немного для ружья. Вообще не надо, но я возьму. Ща бабахнет там. Так, для автомата есть? Для винтовки опять. Для винтовки патронов набрал, жопой жуй. Во. Все. Все, 158. Он что, он в шкафу? О, тайный проход. С пистолетом. С пистолетом. А я знаю, я знаю. А они пришлют именно тебя. Ты думал, что сможешь остановить нашу революцию? Завтра в 12 дней Игорь Акаров войдет в историю. А вместе с ним и вся эта преступная система. Жаль, что ты этого уже не увидишь. Но ты сделал выбор. Хера он крутой. Ну, битва, конечно, так себе, но... Хорош, хорош просто. Победа партии. После смерти Михаила Гарина кровавый кулак распадается. И всех, кто связан с организацией, выслеживают и заключают в трудовые лагеря. Игорь Акаров осуществляет свой план по освобождению рабочего класса за границей. 16 июня 81 года Великая освободительная армия переходит границу, объявляя войну капиталистам на юге. Поддержали мы, значит. Строй. Борис Аберканов после многих дней пыток признается, что деятельностью банды руководил кровавый кулак. В конечном итоге умирает в помещении для допросов в отделе полиции в Карикатке. Вот это жестко, вот это на превьюху хочу. Дальше. Григорий Белов. Информацию, которую он собирает, оказывается решающей в процессе против лидеров повстанцев. Не имея возможности продолжать службу, он досрочно уходит в отставку. Похоронен с почестями на кладбище в Сатикане 5 июня 89 года. Петр Кавка. После возвращения в столицу помогает в рейдах на логово кровавого кулака, за что награждается крестом заслуг. Через много лет его повышают до должности министра. Тимур Корченко. Приговорен к 40 годам каторжных работ в каменоломнях. Во время восстания в лагере в 84 году получает ранение и едва выживает. В итоге бежит из страны и живет в укрытии в одиночестве. Никогда не стремился и никогда, так никогда и не смирился с поражением революции. Гаврилов. Последние дни он проводит в тюрьме.
До конца надеюсь, что его освободят повстанцы. Расстрелян 5 июня 82 года. Но это, получается, все пацаны, которых мы, ну, выбирали, типа, что им делать. И в памяти кого-то. Игра была сделана. Видео гейм Crazy Rocks. Ну вот такая вот игра, ну вот оно наконец-то. Сколько времени мы уже могли не пройти. Точнее, сколько времени мы проходили, не могли пройти. И вот оно, победа. Что можно сейчас играть? А, все, удалилось. Ха, прикиньте. Вообще удалилось. Только выбор новой игры, да? Серьезно? Ну да, понятно. Ну, в общем, перезагрузить день опять. Нельзя попробовать что-то другое. Ну, в общем, еще есть, видимо, альтернативная история кровавого кулака, где мы будем уже против правительства, где мы будем за кровавый кулак, значит, освобождать всех бандюганов, а в конце победит восстание, но там, возможно, что-то другое. Не знаю, дойдем мы когда-нибудь до этого или нет, но контрабанд полис с вами мы прошли. Это радостно, потому что впереди ждет новая игрушка. Ну а вам же спасибо, что посмотрели до конца все контрабанд полисы. Увидимся в новых играх, в новых частях, и, конечно же, смотрите, подписывайтесь и улыбайтесь. До новых встреч. Пока-пока.